После регистрации на платформе LEX, следующий шаг, который стоит сделать, это подключить API-ключи от биржи. Для этого необходимо перейти в настройки, раздел API-ключи и выбрать необходимую вам биржу. Мы разберем подключение на примере с биржей Binance. После выбора биржи откроется меню, где кратко уже описан процесс подключения к бирже. И следующим шагом будет переход на аккаунт биржи. Здесь мы выбираем управление API-ключами, нажимаем «Создать API-ключи», выбираем генерацию системы и задаем имя ключа. Это удобное для вас имя, чтобы различать созданные вами ключи. Проходим проверку и вводим код аутентификации. После проверки открывается окно с ключами и их настройками. Нажимаем «Детектировать API-ключи». Переходим в параметр доверенных IP-адресов, активируем Checkbox, переходим на платформу и копируем IP-адреса платформы для ключей. Далее возвращаемся на биржу и через Ctrl-V вставляем адреса в поле и нажимаем «Подтвердить». Далее нужно проставить галочки в активности в ключах, активируем спотовую маржинальную торговлю и активировать фьючерсы. Копируем верхний публичный ключ и вставляем его в верхнее поле на платформе. Копируем секретный нижний ключ и вставляем его в нижнее поле на платформе. Далее важно вернуться на аккаунт биржи и сохранить изменения в ключах. Нажимаем «Сохранить» и проходим верификацию. На этом создание ключей завершено, остается лишь перейти на платформу и сохранить сами ключи. Подтверждаем, что IP-адреса выставлены и подтверждаем создание. После успешного подключения и перехода на окно торговли в шапке платформы отобразится ваш баланс, а также открытые ордера и позиции. Напомню, что после регистрации у вас активирован free тариф, который не предусматривает работу стратегиями. Чтобы их попробовать, нужно нажать в разделе «Биллинг» «Попробовать триал», после чего активируется пробный период с полным доступом к функциям платформы LEX на 5 дней.